Перед началом данного крутого видео мы, как обычно, разыграем 200 голды. Чтобы получить, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на этот канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, также написать хороший комментарий плюс свой ID. Ну что же, всем желаю удачи, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у меня на канале новая рубрика под названием «Найди скин, получи керамбит». В чем суть данной рубрики? Я прячу свой пистолет, и когда кто-то из команды террористов его находит, он получает керамбит. Так что, ребята, можете пожелать им всем удачи, также можете написать имя вашего фаворита. Я лично думаю, что победит или эксклюзив, или файтмастер. Вы можете прямо сейчас написать в комментариях, как вы думаете, кто сильнее, кто победит. Ну что же, а мы начинаем. Ну что же, как мы видим, у всех террористов есть только ножи, все свои пистолеты они выбросили вот сюда. Ребята, вот это мой скин, я его запрячу, и кто первый его найдет, тот получит очень приятный бонус. Ровно когда будет 1 минута времени, вы можете начинать искать. Вот как только будет 1 минута времени, можете начинать искать. Так, а я пока что найду очень хорошую нычку. Ух ты, ох, вот эта нычка. Так, ребят, 3, 2, 1, все, поехали искать, давайте, можете начинать искать. Ну что же, кто же будет нашим победителем? Ребят, погнали. Кто-то уже бежит на Б, кто-то бежит на А, но пока что до сих пор никто не нашел. Ой, ребят, я уже вижу, несколько людей пробежали рядом с моим оружием, но пока что все. Так, ну чё, пацаны, ой, никто не нашел, как это приятно. Чё, нету, братан, нету, бывает, нету. Так, кто же найдет? Ребят, а я напоминаю, первый, кто найдет скин, можете просто взять и меня убить с этого скина. Вот первый, кто найдет, только реально, без обмана только. Так, ну что ж, я что-то смотрю, пока что никто не нашел. Ребят, 20 секунд. Ой-ой-ой, дам подсказку, это где-то, если идти в сторону базы А. Чё, никто не найдет? Вы прикалываетесь? Я же подсказку дал, ребят, идите в сторону базы А. Чё, никто не найдет? Ой, вот это вы нубы, вот это 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 нубы. Опа, зипер нашел, зипер, я тебя поздравляю, но это было при помощи моей подсказки. Просто уже времени было мало, поэтому это не в счет, потому что я подсказал. Ух ты, кто, как? Обалдеть, вы видели, что это было? Ё-моё, ребят, сейчас делаем все точно так же. Просто ждите меня, выбрасывайте все свое оружие и ждите меня. Ребят, нормально, правда, один кто-то вылетел, но он упустил свой шанс получить керамбит, только ему будет хуже. Так, ребят, я вас всех жду на базе террористов. Так, ой, красавчики. Так, пацаны, а теперь поворачивайтесь спиной. Так, я сказал спиной, ты чё смотришь, зипер? Зипер, не зли меня, не зли папочку, повернись, пожалуйста. Так, все, поехали. И прямо в эту секунду я запрячу куда-то свой пистолетик. И кто его найдет, тот получит керамбит. Так, я думаю, куда бы запрячь. Ух ты. О, пацаны, вот эта нычка. Так, буквально секунд через 10 можете начинать искать. Все, поехали. Начинаем искать мой скин. Так, кто же найдет, кто же будет победителем, ребят? Давай, эксклюзив, ой-ой-ой, ребят, посмотрите. А я напоминаю, что эксклюзив это мой фаворит, я, по крайней мере, думаю, что он победит. Ну, или файтмастер. Так, ну что ж, пока что никто ничего не нашел. Ребят, а я напоминаю, тот, кто найдет, тот может меня убить с этого оружия. Но пока что счет никто ничего не нашел, все бесполезно, хотя уже все пробежали рядом с этим скином, но пока что, ребят, все бесполезно. Ой, бесполезно, ребят, ну вот как можно было, вот как можно было так поступить, вот вы все пробежали, но никто не заглянул в это место. Вот как, вот все пробежали рядом с ним, но никто в него не заглянул. Ой, вот как так можно? И самое главное, все бегают со мной, как будто возле меня где-то рядышком скин. Ладно, ребят, даем ответ. Скин был сверху на втором этаже. На башенке. На балконе был скин. Но уже, ребята, поздно. Уже поздно. И прямо сейчас у нас будет уже третий заключающий раунд. И в этом раунде я, черт возьми, надеюсь, что мы найдем победителя. Ребят, все точно так же. Ждите меня на своей базе, я к вам прибегу. В этом раунде я вам дам небольшую подсказку, потому что все прошлые разы вы нигде не могли найти этот чертов пистолетик, ребят. Поэтому я же все-таки хочу отдать вам приз, поэтому кто найдет этот пистолетик, тот получит керамбит. Я его запрячу где-то возле базы Б. Все, ребят, ждите, повернитесь спиной, ждите. Все, можете начинать искать.
все, кажись, вы быстро найдете. Ой, блин, вот это я рак. Вот это я рак. Вот это я рак, вот это я рак. Ну, кто найдет? Кто найдет? Кто будет победителем? Кто же, черт возьми, кто же получит керамбит? Не может быть, Зиппер, я тебя поздравляю, ты получаешь от меня керамбит. Правда, я не успел спрятать там, где я хотел, но все-таки, ребята, Кент сказал, Кент сделал. Ну что же, в принципе, на этом все. Пожалуйста, поставьте лайки, напишите хорошие комментарии и самое главное, подпишитесь на мой канал. Ну а я напоминаю, что все полезные ссылочки есть в описании. И также, если мы наберем 5к лайков, то тогда я сниму продолжение данной рубрики. Ну что же, с вами был ваш Кент и пока. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.